Доброе утро! Снег мокрый-мокрый. Прям даже капает с крыш в некоторых местах. И такой уже совсем миленький. На снежок. Приятно же. Вот она радость. Спят. Спят мои крохи. Надо уже просыпаться. Уже 8:45. 8:40. Сейчас поставим чайник, будем пить чай. Доброе утро, сынок. Ну ты снег видел? Я ходить в мою комнату. Я понял, заметил? У меня болит здесь. Да? Почему? Что там? Ранка? Угу, сейчас я гляну. Я уже сварила рис. Вот он немного на дуршлаке сейчас течет. Я его промываю все-таки водой. И сейчас буду запаривать изюмчик. А папуля здесь с мальчиками варят пловик. Они тут у меня кашевары. Я тут уже сам лука начистил, морковки, чесночка и рис где-то замочил. Вот рис замоченный и будет, в общем-то, его потом промывать, а мясо уже понес обжариваться. Так, ну что, рассказывайте, плов готов? Да. Тяжелая, очень тяжелая. Это боль и надежда. Аля, кебаб. Ура, такой казан, да? Так, что, накладывать же будем? Да, да, да. Это уже наша вечеря. Кутя наша готова. Вечеря наша. Ну что вон спит? Гриша, разложи диванчик, пусть он чуть поспит. И укрою. Ну что, вы не хотите нам что-то сказать? Привет. Ура! Будем пробовать, Григорий? Да, Гриша. Она... Да, это Гриш. Это Гриша, Гриша. Это Дед Мороз ему подарил. Да, конструктор же такой. Да, да, и фонарики. А там и Саше подарки. И Мише, да? Подарки всем, скажи. Так, пробуем теперь Дашину с Сашей вечерю. А ну давай сейчас пробовать будем. Подожди, подожди. Саша, держи. Да пускай конфетки. Пусть берут. Сейчас мы тебе откроем. Будешь? Так, что тут у нас за пояс? О, батарейки мы не брали, да? А я не помню, мы не вставляли. Надо еще батарейки сюда, да. Пакетики. Если дома посмотришь. Мам, там, а там, там. Не знаю. Сейчас узнаем. Ты как Новый год? Стрелял, выходил, смотрел. Ты туда лезть будешь? Здравствуйте, Зоя. Ты сама приехала? Нет. Ты хочешь нам что-то сказать? Что ты видишь? Я Коля встретил. Я сейчас дам. Давай, Зоя, ты что ты нам хочешь рассказать? Да, влог сразу. Сходу. Давай, ты где-нибудь Сереж. Видел розовую елку? У нас. Да, нет, я имею в виду настоящую. Так, давай, Серёж, остановись до елочки, рассказывай нам. Вот идите туда. Мама и папа прислали вечерю, а мы подошли и вам принесли. Им розовое можно. Пошлите теперь Серого слушать. Что? Пошлите, пошлите. По-моему, я так не могу, что елочка была поменьше. Да? Давай, Серенький, рассказывай нам. Мама и папа прислали вечерю, а я подрос и вам принес. Молодец, пошли пробовать. Ай, пошлите, сейчас попробуем, и если вкусное... Дай хоть понюхать. Раскладывать. Это Колин, я Колин, это от Коли. Откроешь, Коленька? Да, хорошо. Молоточек ему дашь, хорошо? Я ой, ой, ой. Молодец, так.
А деньги сюда. Пошлите, где давай. Там дедушка Леня? На Блоколушке. Ребята. Мы как-то не подумали. Сейчас и Зоя что-то хотела сказать, да, Зоечка? Сейчас я тебе помогу. Или ты сама? Молодец. Заходите, Сафония, беритесь за ручку. Здравствуйте, здравствуйте. Давай, давай, Афоня. Что вы пришли к нам? Афоня, расскажи. Мама и папа прислали вечерю, а мы подросли и вам принесли. Вот вечеря. А ты сам давай рассказывай. Что ты пришел, Афонечка? А где надо ли фотоаппарат? Да ты че? Мама, ничего не принесли. Мама и папа пришли. Молодцы, молодцы, проходи. А вы хоть пробовали на елочку? Я хочу ее. Я не знаю. А вы пробовали хоть елочку? Моя елочка. Я прям тоже. А Фонечка, ты ничего не хотела рассказать, Баш? А ты уже рассказал? Я у вас маленькая лошадь. Хитрости, а то одна жизнь. Сережа. Это от папы, это от меня. Где от папы? Это от Маргула, это от Антоши. Это от меня еще? А у нас? Марго. И у вас вкусно. Все бегут большой толпой. Так, а что там это? Мама это и папа уже прислали вечерю, да? Да, положи им это, девушка, игрушки. Давай, вот Афос. Это твое. И на тебе же надо что купить? Мама, что ему надо? Что тебе? Вот, бабушка, девушка. Ну, щетку же уже соберете, зайдете, купите. А то ж бабушка не знала, какую щетку купить. На. Спасибо. Пожалуйста. Подрастайте и приходите. Вы положите. Спасибо. Под навесом лежат, да, их где? Ага. Так, держи. Ой, спасибо. Спасибо. Ну, у тебя самый сложный выбор. Выбирай. Что ты выбираешь? А что ж ты? Черепашки-ниндзя или... Или вот это, или вот это. Вот это... Рыбалка. Ты вот, это рыбалка. Да, это вон. А вот это, не выбираешь? Ну давай одного хотя бы. Или тебе вообще никто не нужен? Вот этого? Ну все, все, забирай. Свободно. А кто-то вдруг еще придут нам пробовать вашу вечерю. Ой, все упаковано. Ой, целое ведро. Да? Я не знаю. Переворачиваешь. Ну когда переворачиваешь, да. Ну, давайте рассказывать. Но они же еще не рассказали. Давай, расскажите, что вы пришли? Давайте. Становитесь вместе. Мама и папа прислали вечерю, а мы подросли и вам принесли. Ну, Лиш, помоги Афоне разбуться. Вкусно ли? Помоги, Люшина, я пошла. Мама, спасибо. А, всё. Да, Афоне. Мама, ходим вместе наши дети. Не-не. Не, мы потом разделимся. На. Так, будем сейчас разбирать подарки. Держи. Да. Ага. Подарки. Садитесь все. Ага. Классно. Вечеря. Мне вон ушибись.